Значит, сегодня мы можем говорить после вынесения приговора и одновременно вынесения частного определения Верховным судом Республики Хакасия, обращено внимание исполняющего обязанности прокурора Республики Хакасия и министра внутренних дел Республики Хакасия на то, на что мы пытаемся обратить внимание уже на протяжении ряда лет, да, производства данного уголовного дела. Это на явные признаки фальсификации обвинительных доказательств, которые носят массовый характер. Ну, слава богу, сейчас Верховный суд Республики Хакасия наконец-таки увидел очевидное и признал данные доказательства полученными с нарушением закона и обратил внимание указанных представителей правоохранительных органов на то, что необходимо реагировать, указав также, что усматриваются из представленных стороной защиты, я почти цитирую, из представленных стороной защиты заключений специалистов, что эти доказательства возможно получены путем фальсификации. Ну, будем надеяться, что наши доблестные правоохранительные органы надлежащим образом отреагируют теперь уже на обращение Верховного суда Республики Хакасия по данному факту.